Приветствую вас, мои дорогие зрители, с вами Ориона, и мы продолжаем выживать в Ark Survival Evolved. Пока нет моих напарников Виталия и Жени, я решила зайти на сервер и побыть немного полезной. Кого-нибудь приручить, пособирать ресурсов. Ох, вот эта новенькая птичка, по-моему, во вчерашнем патчике ее только добавили. Она мне так нравится, такая прикольная. Давайте-ка мы сейчас немножечко ее потестируем. Ее можно использовать как парашют. Так классно, ноги подгибаются. Ой. Так, стоп, а как спуститься-то? А, как бы мне еще не разбиться с такой высоты. Жесть. Но зато как красиво, ребята. Какая красота. Какая графика. Столько травы. У меня никогда раньше не было травы, потому что я играла всегда на минимальных настройках. А здесь столько кустов, столько листиков. На берегу ракушки валяются, солнце так светит классно. Я не могу нарадоваться. Не могу нарадоваться всей этой красоте. Хочется просто бегать по арку и рассматривать все это чудо. Классненькая птичка. Как бы она по большей части бесполезная, видимо, сохранение на сервере было, чуть-чуть подвисло. По большей части, конечно, бесполезная. Так, побаловаться только ей. За ножки ее схватить и немножечко полетать. Ну что ж, я смотрю, здесь у нас Виталий уже волка успел, что ли, приручить. Потому что когда последний раз я была в игре, у нас не было волка. Аргентависа мы приручали. Я приручила, ребята, еще двух анкилочек. Точнее, я приручала трех анкилочек. Но одну анкилочку у меня сожрали. Не уследила я за ней, поэтому самочка и самец. Виталий, смотрю, уже Виталий скрафтил седло для анкилы. Ох, какой волк. Какой волк красивый. Какого он хоть уровня? 105 уровня? Нагибатор? Интересно, кто ему дал такой ник? Остается только догадываться. Смотрю, у нас уже и скорпиончиков стало достаточно много. Целая фермочка. Скорпиончики нам нужны для того, чтобы нести яички. А из этих яичек мы потом будем приручать Рекса. Так, ребята, я смотрю, у нас только один аргентавис. Давайте-ка, может быть, хотя бы птеродончика приручим. Хотя бы птеродончиков. А то одной птички нам на троих маловато будет. Ну, или если я увижу аргентависа низкого уровня, можно будет с помощью проймяска приручить. Посмотрим, кого найдем. Холодильник пустой? Пустой холодильник, почему? Куда делись все продукты питания? Может быть, Виталий построил холодильник? У меня есть такое подозрение. Давайте посмотрим. Точно, точно, есть холодильник. Бедняга. Виталий тут уработался и вырубился около холодильника. Точно, у нас теперь есть холодильник. И все продукты лежат в холодильнике. Киблы из яиц Додо, 8 штучек. Маловато будет. Давайте-ка мы еще наварим. Возьму немножко яичек. Ой, у меня столько кожи в руках, надо бы ее выложить. Она же тоже весит немало. Сейчас все это ненужное барахлишко выложу. Позвоночник, хитин. И надо еще глянуть, сколько у нас наркотиков, потому что наркотиков, наверное, маловато будет. Нужно будет нафармить. Трайк у нас есть, так что можно будет снова ягодки делать, фармить и делать наркотики. А то постоянно у нас всех животных жрают. Сколько мы трайков уже приручили, сколько раз их уже сожрали. Так, что надо на киблы? Мяско жареного, яйца Додо, морковка нужна, помню. Фиолетовые ягодки, которые, скорее всего, в кормушке. А если их нет, придется идти фармить. Яйца выкладываем. Волокно здесь есть. Ух ты, тут киблы лежат, портятся. Киблы из яичек Додо. Надо все это дело в холодильник убрать. Водичку набрать. Раковинка здесь рядом, очень удобно. Забираем. Забираем наполненные фляжки. И все это дело в котелок. Вместо топлива я буду использовать солому, как обычно. Дерево сюда ложить нельзя.
Точнее, можно, но у нас будет вода зря тратиться, будет создаваться краска из угля. Из угля и ягодок. Наркотиков, в принципе, немало. Виталий постарался. Виталий все сделал просто. Я хотела быть полезной, хотела поприручать. Эх, Виталий меня снова опередил. Так, морковка нужна. Я даже забыла, что мне нужно. Ой, как красиво. Сердце радуется, глаз радуется. Все кишочки трясутся от радости. Все благодаря вам, мои любимые подписчики. Так, давайте-ка я возьму морковки и фиолетовые ягодки. Возможно, есть кормушки. Сейчас я посмотрю. Да, Виталий у нас даже ягод нафармил. Целую кучу. Целую кучу. Ничего делать не надо. Разве что приручать животных. Стегозавры нужны нам, ребята, точно. Пойду-ка я еще поищу стегозавров. Так, смотрим, волокно есть. Мяско, мяско, мяско. И солома вместо топлива. Полезли за соломой. Так, где у нас солома? В верстаке, наверное. Либо в верстаке, либо в нижних ящиках. И можно слетать за железом. Сколько у нас железа? Или Виталий уже за железом успел слетать? 513 штучек. Нет, маловато. Да, ребята, значит, пролетимся сегодня на Аргентависе, полюбуемся всеми красотами этого мира на эпических настройках. Так, что у меня тут лишнего-то есть? Лишнего нету ничего. Соломы здесь маловато будет. Давайте в ящиках смотреть. Я помню, Женя фармил солому целую кучу. Либо Виталий ее всю перевел, либо где-то в ящиках. Вот она. Нашла. Нашла солому. Много брать не буду. Костер неудобно стоит. В котелок. Зажечь огонь. Пусть киблы варятся. От них, наверное, далеко не отойти. Сейчас я еще заберу киблы из холодильника, которые там я видела. Из яиц додошек. А, это яйцо Дила. Нет, яйцо Дила мне. Хотя пару анкилочек я бы еще приручила. Анкилочки нам нужны тоже для яичек, чтобы потом приручать карнотавров. С другой стороны, карнотавров низкого уровня для тех же яичек можно приручить с помощью бромяска. Эх, даже не знаю. Ладно, пока варю киблы на этих как, летающих птеродончиков. Забыла название. Давайте, что ли, слетаем? Слетаем за железом. Наберем полный бак Аргентавису. Железо. Надо стрелы выложить, стрелы тяжелые, чтобы с собой можно было бы побольше утащить железо. Стрелы выложить, арбалет пока тоже выложить вместе с усыпляющими стрелами. Факел. Факел пусть будет со мной, на всякий случай. Тухлое мясцо. Тухлое мясцо в кормушку пока что. Чтобы скорпиончики кушали. Ну, а киблы пусть будут при мне. Хотя зачем? Зачем я выложила арбалет? Вдруг я встречу птеродончика. Да, ребята, точно. Полетим за железом и будем высматривать птеродона. Писали в комментариях, что птеродона можно захомутать с помощью баласов. Я еще ни разу его не хомутала баласами. Я думала, он скинет с себя. Надо будет попробовать. Кирка у меня при мне? Да, при мне, Кирочка. Садимся на Аргентависа. Виталий уже сделал седло. Виталий вообще умница, постарался, все сделал. Какое небо серое. Облачно сегодня. Горы у нас тут близко, под носом. Железа много рядышком. Ну и место такое опасное. Поэтому у нас постоянно всех животных сжирают. То придут аллозавры, то придут рексы. То альфа-рапторы, то какого-нибудь уровня. Ну, ничего страшного. Арк это такая игра, где постоянно мы что-то теряем, кого-то теряем.
Ой, сколько здесь кошек. А у нас же орел есть. Мы же с этими кошками можем расправиться легко. Главное правильно схватить, чтобы кошка не смогла покусать и поцарапать. Орлу надо покушать. Поэтому убьем сейчас кошку, разделаем на мясо. Долго, долго убивается, потому что орел у нас маленького уровня, приручали с помощью мяска. Отлично. Покушать у орла есть. Кстати, орел или орлица? Девочка или мальчик ты у нас? Девочка. Это у нас девочка. Давайте железо набирать. Будем работать. Надо его еще в печке переплавить. И сейчас вернемся, подкинем еще водички в печку, в котелок. О, какие красивые кристаллы. Это так они выглядят. На таких настройках. Какая красота. Что, у меня сейчас уровень поднимется? Уже почти набрала еще один уровень. И камни так разлетаются. Я никогда раньше не видела, чтобы камни разлетались. Они у меня просто раньше исчезали. Столько изменений. Игра совершенно по-другому выглядит. Не могу нарадоваться. И да, ребята, я решила перейти на другой формат. Теперь я записываю Full HD видео, чтобы меньше мыла было. Так как компьютер теперь позволяет. Кирочку выкинул, копье выкинул. Деревянные нам не нужны. Стрелы я у тебя заберу. Это, видимо, с кошки выпало. Где у нас еще здесь безопасное железо? Далеко от орлицы лучше я отходить не буду, мало ли кто придет. Виталий столько старался, приручал животинку. Не хочу угробить нашего единственного орла. Нашу единственную птичку. А кирка-то у меня, по-моему, синего качества. Да, синяя кирочка. Урон оружия 130%, а также и добыча. А вот и мой уровень. Куда будем вкачивать? Давайте-ка в дамаг до 250 вложусь, а потом снова буду хпшечку качать. Попить у меня с собой есть, покушать есть. А то вечно забываю с собой взять фляжку. Потом хочется пить. В горах очень часто хочется пить. Очень быстро жажда появляется. Поэтому обязательно надо с собой водичку таскать. А я иногда забываю, и приходится спускаться на птичке, искать воду. Так, это что это у нас? Огрызки. Огрызки от железа. Класс. Просто класс. Может быть, кристаллов добыть? Я не посмотрела, там нам кристаллы-то нужны или не нужны. Да, Виталий, может, тоже их натаскал. Железо нам точно нужно. Давайте-ка за железом. Так, держи, моя хорошая, тебе 400 кусочков металла пока что. Сейчас я еще найду какое-нибудь безопасное место, где у нас хищников нету. Вот, вот кусочек. И свалиться бы только. Какой свет. У нас сейчас полдень, самый разгар дня. А ночи какие тут темные, это кошмар. Просто кошмар. Ночью вообще ничего не видно. Черный экран. За то, что интересно, когда ставишь графику на минимум, тогда ночи не такие темные. А на максимальных настройках ночи хоть глаза выкалывай, ничего не видно. Там рексы ходят, куча орлов. А нет, это не орлы, это камни. Это огрызки летят вниз. Обалдеть, я первый раз такое вижу. Огрызки от железа полетели вниз, покатились. Вот еще куча железа. Главное, чтобы кошек не было. А то кошки нападают из-под тишка. А я боюсь за орлицу. Вы же знаете. Желтенький аэродропчик там спустился где-то недалеко. Надо бы уже возвращаться, надо подкидывать водички. Давайте, наверное, так и сделаем. Закинем сейчас металл в печку, подкинем водички в котелок.
И надо будет полетать по берегу. Или даже не полетать, я на волчице побегаю. На такой-то волчице. Или это был волк с ником Нагибатор. Судя по нику, скорее всего, это был самец. Такого высокого уровня. Неужели Виталий его приручал с помощью мяса? Или он сварил кибл на него? Хотя нет. Кибл сварить он не мог, у нас нет карнотавров. Если он этого волка приручал с помощью мяска, это ж сколько времени он потратил и сил. Так. Вот еще железо. По пути давайте заберем. Собираем, собираем, собираем драгоценное железо. Рукопашка у меня прокачана, поэтому железо добывается очень быстро и в большом количестве. Вручную можно легко набрать. Так, где-то еще я видела. Теперь из-за этих кусков путаюсь. Из-за этих огрызков. Непривычно, что они остаются. Так, все, два последних кусочка и возвращаемся. А то у нас там уже, наверное, вся солома прогорела. Зря я столько много соломы выложила. Полетели. Полетели, моя хорошая. Ой, тут еще и Рекс. Вовремя я села на Аргентависа. Нам Рексы в будущем понадобятся. Надо будет сделать небольшую фермочку из Рексов для яичек. Потому что из яичек вы знаете, что приручается Кецель, птичка моей мечты. Кецель самая ценная, самая классная птица по своим возможностям. Где дом-то? Где дом? Я заблудилась. Дом, милый дом. Так, стоп, ребята. Может быть, в другой стороне? Что за дела такие? Только заблудиться не хватало. Нет, походу я не в ту сторону полетела. Какое небо классное, как настоящее. Какие облака. У меня раньше был просто синий фон. Просто однотонное синее небо. Да, точно, не в ту сторону полетела. Там дальше уже болото начинается. Такой туманчик еще приятный. А листва какая. Ах, ребята. Как я вам благодарна за такой прекрасный подарок. За такой мощный компьютер. Да, нам надо же еще высматривать птеродончиков. Вон там он летал один над водой. Но это над водой, я его не захомутаю. Обычно птеродонов очень много по берегу ходило. Вот он, дом, милый дом, я вернулась. Никто к там к нам не приперся из хищников, а то они любят приходить. Присаживаемся. Железо забираем. Сколько набрали пока что? Камушки тоже. Вес позволяет таскать такое количество. О, какой туман. Какой туманчик классный. Давайте-ка сейчас водичку быстро наберем. А, соломы 17 штучек осталось. Надо снова подкидывать. Надо пофармить соломы. А то я всю ее сожгла. Взять все. Выложить в котелочек. Пусть дальше кибла варится. Надо еще попить водички. Немножечко покушать. Где у нас печка? Печка на втором этаже, кажется, была. Железо сюда. Пока что 629 штучек, но я еще наберу. Камушки тоже сейчас выложим. И топливо. Топливо немножко подкинуть. Так, что у нас? Получается, кибла 11 штучек. Ну, на птеродончика низкого уровня точно хватит, даже на двух. Сейчас еще немножко поварится и полетим с вами. Поедем на волчице искать птиц каких-нибудь.
Может быть, даже орла приручу. Посмотрим, ребята. Если найдем. Так, фляжечки. Сюда. Мяско испортилось. 6 штучек. Так быстро. Как быстро мяско портится. По-моему, у нас уже скоро стемнеет. А ночью бегать очень тяжело. Ничего не видно. Ночью лучше сидеть дома и заниматься домашними делами. Ну, может быть, я еще успею до наступления ночи. Так, птиченька, давай-ка я тебя отнесу в дом. А то мало ли тебя сожрут здесь. Так прикольно еще бегаю с этой птичкой. Птичку в дом. Пусть тут сидит, тут безопаснее. Селитру можно выложить. Термошкаф все равно пустой. Пусть тут будет селитрочка. И дерево надо, чтобы включить печку. Так, где у нас дерево? Такой бардак. Вот оно, дерево. Забираемся. Подлезли на второй этаж. О, такая классная лесенка. Такая детальная. Прям веревку видно. Красота. Раньше была такая мыльная. Печечка, я иду к тебе. Держи. Зажечь огонь. Все. Это я сделала. Что у нас с бензинчиком? 205 штучек. Тоже нормально. Виталий бензина наварил. Бензин варится у нас из кожи и нефти. Нефть теперь добыть легко при наличии орла. Так, что там? Что там с киблом? Еще 3 штучки сварилось. И кусочек мяска испортился прямо у меня на глазах. Все, последние порции выкладываем. Забираем кибл. 16 штучек получается. Одна фляжка у меня на поясе. Оставлю. И ребята погнали искать птеродонов или орлов на волке, на волчице. Да, это у нас волчица с ником Нагибатор. Как интересно. Надо было назвать хотя бы Нагибаторша. Красиво, очень красиво. Куда нам поехать? В той стороне я летала на орлице. Там у нас птеродончиков не было. Давайте в эту сторону сгоняем. Может быть, в этой стороне найдем птеродона любого уровня. Даже если маленького будет. Нам на первое время сойдет, чтобы летать. Как-то пустынно, совсем пустынно. О, можно и черепашек на такой-то волчице поубивать. Мяско у нее есть? Ой, у нее тут целая куча всякого барахла. Давайте-ка мы лишнее выкинем. Нам это все не понадобится. Курточки, косточки. Видимо, Виталий кого-то задрал на волчице, кого-то крупного. Раз у волчицы есть позвоночник, куча кожи. Ну да, видимо, он ее раскачал. А вот и птеродончик. Давайте-ка мы его сейчас захомутаем. Берем балас. И сейчас попробуем скрутить. Ни разу их не скручивала. Ой, в черепашку буду попасть. Отлично. Точно, он лететь не может. Класс. Сейчас будем усыплять. Так, у меня стрелы-то хоть наркотические стоят? Наркотические. Давай, спи. Спи, красавец мой, или красавица, кто ты у нас? Мужской, 54 уровень. Да, ребята, красота. Теперь надо, чтобы птеродон у нас поголодал, накормить его киблом, убить всех хищников, особенно вот этих вот дилофазавров, что-то там в воздухе. А лучше сделать это на волчице. Потому что когда я приручала анкилозавров 3 штучек, а вон еще птеродончик, надо их одновременно, и приручала стегозавров, у меня как раз дилофазавр сожрал анкилочку, пока тот лежал и голодал.
Тиродончик, спустись еще раз. Спустись, красавчик мой. Сейчас бы одновременно вот этих двух птичек. Сейчас попробую. Эх, не хочет спускаться. Но все равно. Рано или поздно он сядет сюда. А у меня балласт на готове. Птиченька моя, спустись сюда. Я тебя жду. Ты мне нужен. Нет? Не хочет. Упорный. Спустишься же. Немножко я прокараулила этот момент. Он ходил по берегу. И надо охранять птеродончика. А лучше, конечно, если я хочу его оставить, сбегать домой. А, наркотики взяла хоть? Да, взяла наркотики, кибал со мной, все нормально. Остается только охранять. А стегозаврушку, которую я приручала, самочку, у меня раптор сожрал. Выскочил резко из джунглей и прямо у меня под носом успел сожрать. Хотя стегозавра самочку я практически приручила. Там было так обидно. Ей процентов 10 оставалось, она бы у меня проснулась. И тут выскочил раптор и сожрал, полакомился. Полакомился моей животинкой. Ну что там, птеродончик? Где он? Все еще парит в воздухе. Давай, спускайся. Спускайся. Какого он хоть уровня? Давайте-ка глянем. Где моя подзорная труба? Кнопочка 8. Эх, неудобно. Где он? Где он? Вот он, вот он, вот он. Под волчицей прямо. 24 уровень. Маловат, конечно, но мне сойдет. Ах, я просто наслаждаюсь этой красотой, этой графикой, этой замечательной игрой. И действительно, когда играешь на минимальных настройках, когда у тебя все лагает, FPS прыгает, то, конечно, большого такого желания нету играть. Кажется, он сейчас спустится. А когда такая красота прям... Эх, ладно, ребята, не буду я повторяться, просто... Просто не могу нарадоваться. Радость лезет из всех щелей. Полные штаны радости. А, спустился почти. Так. Опа. Отлично. Отлично, теперь усыпляем его. И еще один выстрел, должен уснуть. Так смотрит на меня жалобно, птиченька моя. Самочка. Все, вырубилась. С таким грохотом. Пусть голодает, пусть лежит, а мы с волчицей будем охранять их. И если из леса не выйдет какая-нибудь стая аллозавров, или не придет какой-нибудь мощный рекс или альфа-раптор, то все у нас будет хорошо. Птичек я буду караулить, здесь ходить около них. А с вами, ребята, я буду прощаться, пора заканчивать серию, время у нас вышло. С вами была я, Ориона. Увидимся в следующих сериях. Всем пока-пока!